говорит и показывает Санкт-Петербург. В мои окна смотрят три гигантских каштана. Еще вчера и даже вечером они были зеленые. И вот ночью я проснулся от какого-то шороха и увидел, что листья падают. И буквально за полчаса ничего не осталось. Осень, все идут в школу, значит, уже какое-то креативное движение существует. Не грустите.